Це музей шоу Red Hot Chili People. Вітаю наших глядачів отут в студії і тих, хто дивиться нас по телебаченню. Тушик, Крендель, Душак і Дани Лишин робитимемо гарний настрій цілий вечір. Усім привіт, ми починаємо. Сьогодні троє з нас в оновленому образі. Кренділя вуса вже бачило ціле місто, область і навіть, напевне, китайці. Вітя у нас як випускник інтернату 80-х. У Віті Воші. А ти акуратненько. Ну, він же трошки відріс, були давно. Ну, так, да, немножко зарос. Ну, це я, як завжди, красива, ну, а ти тут взагалі якось це не як завжди товстий. У мене просто є в голові мозги, от і все. Починаємо. Давай, пацани, поприходили от жон, давайте хоть хлопайте нормально. Ну да. Було позавчора свято. День Святого Валентина. І у нас такий главний купідон є. Купідон, я би сказала більше. Який поєднує серця. Ключі від каламбурної переходять до Єленочки. Держите. Ну-ну-ну. Да, мені просто цікаво, що ви там скажете далі. Поєднує серця людей. Так, 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 так. А своє поєднати не можна. Так, класно, а чого? Да, є новость про День всіх влюблених в Америці, в зоопарку. Реально решили сделать классный челлендж. И это было реально, ну, я думаю, что это было круто. Ну, лучше бы нас так сделали. Они взяли тараканов и сказали, что вы можете... Рыжих тараканов взяли. У мальчика на трусики. И сказали, что вы можете назвать этого таракана именем вашей бывшей девушки. И потом отдать какому-то животному. А типа скормить? Скормить, конечно. То есть ты хочешь сказать, что медведи едят тараканов? Или там кто? Или крокодилы? Кто? Панды? Я бы хотел увидеть... Я бы хотел увидеть, как медведь хавает Аннабель. Аннабель? А чё? Це його баба? Ніхто не понял, це просто понимаете, була? Да? Ні, а ми поняли, що не треть. Ребят. Да, не, да. Угу. Красота да, же в Америке, да? Та бывшая крепость. Вот, Аннабель. Кажется, баба Аннабель. Была, да? Поняла? Так он сам бы съел. Чуєш, а ти би приніс одного тараканчика чи жменьки? Жменьки. Та, наверное, одного. Одного? Одну. Тобі одна одну. Найбільше допекла, да? Да, да. 100%. Так а зачем далеко, зачем ехать в Америку? Просто вот так возьми, короче, назови Аннабель и скушай, и все. Кстати, кажешь, что вообще корисно есть, они там какие-то белок мают. А я вижу. Там белки в усы хорошо растут. Сказать, что я никогда не умру с голода. Казацкий в усы. Нет, для человека, тем больше, по-моему, тоже белок хороший. Это для мязи. Поверь, белок для мужчин это очень хорошо. Ну вот, все так, что, Витя, ты будешь здоровый. Судя по истории возникновения этого праздника, мне кажется, что это чисто день кренделя. Потому что вот этот... День лоха! Почему? Ну... Хорошее ты мнение про своего коллегу. То есть он монах один, просто сказать, да, да? Монах Валентин, который расписал двух геев, помнишь, да? Не, про лоха лучше, подожди. Если так, то про лоха лучше. Соответственно, Димчик, с праздником прошу. А в нас є остання така от, шикарна сплетня. Це сплетня? Сплетня. Це не точна новина? Не точна. Ну така єврейська новина. Воно то так, але трішечки не так. Але якщо подумати, то так. Ну таке воно. Ну типа, якщо... Лічко, що ти хочеш? Коротше, якщо будуть бити, то це не брехня. Це не новина. Коротше, кажуть, що нашого очільника області син пішов вчитися в один заклад, ну, хороший такий елітний заклад, і оскільки там... Третю школу, так сказати, возле парка Крючкова? Ні, возле парка Крючкова. Будемо вважати, що так. Я думав, школу построили для нього нову, ні? Ні-ні-ні, там тільки створюють для дитини секцію. Там діти займаються одним, вони обдаровані, класні, вони займаються одним, а тут прийшов, він йому щось мішає. І зробили друге. І вони кажуть, що треба для дитини створити теж умови для розвитку, для його дитини. І створили секцію, і навіть купили татамі. Слушай, а ми вам не скажемо, чим він займається, але футбольне поле і м'яч вже є. Подожди, діти займаються тим, що їм мішає. Тобто танцями, типу? Ну, ти що? Ні,
То не танці, то не то макраме. Слушай, ну если такая новость, подождем. Тише, там что-то уже. Я думаю, что надо подождать, чтобы подтвердилась эта новость. Заходи, это либо туда, либо сюда уже. Понесло. Надо, чтобы эта новость подтвердилась хоть как-то, потому что мы так вот и запустили ее, теперь и что теперь делать с этим? Как с этим жить теперь? Ты знаешь, единое, что, ну так и жить. Единое, что заздрісно якось мені, що дитина не займається якимось там, наприклад, гольфом, да, або шейкінг спортом, да. Формула 1. Щоб ми могли розвивати так напрямок. Зато б дороги були б просто. Всі на от этих. Як Монте-Карло, да, проходять гонки прямо по городу. Я би підстоп построїв. Мало їде, такий переобулі, поїхав далі. Ну класно. От шкода, єдине, що от нема такого. Ну, окей, да, проїхали. Єдине, що я скажу, що це не в нашій області, Лена перепутала, це в якійсь другій області. У твоєго друга, да, в якійсь другій області. Да? В другій. Друг приїхав з південного регіону, так? Да. Ну, та й ладно. Вообще, это в фильме было одном. Мы посмотрели фильм, рассказали, чем закончится, не досмотрели еще. А в общем, в Смеле, в одном из секонд-хендов, дети, играясь, не знаю, что они там игрались, в общем. Мамка с папкой работают там, все, они там играются. Ну. В одном из ящиков нашли фалоимитаторы. Очень быстро поняли, поняли, как они это? Включаются. Ну, там кнопочка, наверное, да, Лен? Я не знаю. Она вот так включается. Это все подарили на день Святого Валентина. Вот. Включили и дрались, как на мечах. В общем, драка вышла! Зачем ты рассказал 14 февраля Лена Данилишин? Ой, так это... Так вот они, эти песенковые злодеи, да, вот эти? Мне кажется, мне... Ну, откуда? Там есть кто-то? Реально, я просто шутил. Ого, поле голос. Как в ящике были... Что это? Кто-то сдал? Как это вообще? Самое интересное, что за две недели до этого в Днепре в секонд-хенде нашли фалоимитатор, чтобы не говорить слово вибратор. Сказал слово вибратор. И резина, да. И резиновую женщину. Вибратор нельзя говорить. И резиновую женщину. Понял? Так это получается комплект? Они секонд-хенд, это же не использованы. Это искусственный интеллект, ё-моё. Искусственные люди. Слушайте, а покоряют. Это же... Мне кажется, кто-то частями переезжает. За границы. Окей. Ну, тогда, если есть это видео, это нам очень смешно. Это «Звездные войны». Да. Такая реклама секонд-хенда вообще. А они загорались, интересно, или нет? На самом деле, это, на самом деле... Со звуком таким. На зеленке, «Звездные войны» дерутся фалоимитаторами, потом обрисовывают и делают такие мечи. Джедайский, да? Я скидера показывает, понял? Ну, я не видел, Крендель, в отличие от тебя, поэтому... Я тоже не видел. Мне кажется, что это что-то... Что-то... Не, что то, та, а да. Вообще. Ну, ладно. Да. Как по мне, это вообще, ребята, ограничено. Можно подумать, никто из вас не видел вот этих искусственных писюнов. Вот вы такие прям смешные. Ты так сочно сказал вот это. Ну, штучный, а что? Писюн. Ну, да, штучный вот, писюн. Ну, а прям, как, а что? Ну, красиво. Ну, красиво, потому что это вообще красиво. А самая главная новость, которая всех будоражит, естественно, это коронавирус. Ну, на мой взгляд, это... Ну, ось и наша красотуля. Да, коронавирус, это я сегодня увидел очень смешное видео, не видео, а фоточку, видели? Стоит такой армянин, весь такой волосатый, и написано «коронавирус». Ну, ко мне ходят сюда, это не смешно уже, наверное, как-то сдулся. А ну подожди, у тебя, наверное, коронавирус. Температура. Что-то три только в химии. Коронавирус, это самая такая штука. Ну, естественно, Россия здесь впереди планеты всей. Русская, да, православная церковь, московский патриархат, который в Москве прямо находится. Ну, странно было, проводят теперь молебен каждую пятницу, как защита от коронавируса. Ну вот. Священная защита, все правильно. Учитывая, что у них у всех короны, то... Слушайте, кстати, ты рассказывал о евреях. А что евреев? Все, не будет евреев. Евреев больше не будет, Коль. А коронавирус, говорю. Коронавирус, говорят, кошерный. Надеюсь, нет. Ти розказував вже ж на днях, що, да, що в Росії десь ти, на якомусь ток-шоу десь ти бачив відосик, якщо розшифрували, да, а що то було? Ну, я, це
пролетело уже по интернету. На центральном канале в России показали, как ведущий такой умный говорит: мы знаем секрет коронавируса, как он появился. Вот смотрите, коронавирус от слов корона и вирус. От пива, что ли? Нет. А кто? Кто занимался когда-то коронами? Дональд Трамп, который организовывал конкурсы красоты и давал победителям короны. Это он виноват. Опять Трампа, короче, нашли. Представляете, просто он виноват. Импичмент ему за собаки. Ну тогда мы должны быть впереди планеты всей. Ты же сам помнишь, да? По количеству конкурсов красоты наш город вообще на первом месте. Да, это у нас давно уже так коронавирус. Вот это эпидемия коронавируса. Вот откуда. Кстати, все. И Витя надевал корону когда-то. А вот вы говорите, коронавирус плохо, а коронавирус помог девочке, я кажется, украинскую уникнути зґвалтування. Представляете? Ну, он ворвался к ней. Она умерла? Коронавирус? Маньяк. Ворвался к ней домой, начал, короче, к ней приставать, и она ему успела сказать, что, слушай, чувак, у меня коронавирус. Начала кашлять, этот чувак испугался. Она в микрофон говорила, слушай, чувак, у меня коронавирус. Она же, блин, наш коронавирус, он так разговаривает, понимаешь? Да, представляешь себе? И он, короче, успел забрать 3000 юаней, это где-то 11 тысяч гривен, и убежать. Испугался и убежал. Откуда ты знаешь курс юаней к гривне вообще? А это же как еврей перевел. Просто стало интересно. Просто стало интересно. Вот и все. Ты представляешь? То есть откашлялась называется, да? Когда она откашлялась. Братан, у меня коронавирус. Ну, прикольно, да? Интересно, можно этим пользоваться вообще где-нибудь еще, кроме изнасилования или нет? Только в Китае, наверное. А можно ли вот наоборот как-то придумать? Вот или я тебя изнасилую, или накашляю на тебя. Ну, что тебе лучше? Говорит, та насилуй же тільки не кашляй. Только не кашляй. Насилуй, только не кашляй. А взагалі я читала, що в світі коронавірус ініціюють саме з пивом. От пиво да, корона. Вже скидували такі мемчики. Да. Тобто його тільки, тобто, ну, така штука, в нас же ж люди, як завжди, можуть посміятися. От куча всяких мемчиків і з короною пивом. Да. Так що от так. А скільки чоловік вже це? Вмерло? Ну. Та йой, це весела інформація. 361. Та, думаю, більше вже вісім. 666. А виздоровело 515. Поэтому все хорошо. Все да. Отлично. Ну, если так выздоровели, значит, нашли вакцину, правильно? Уже много информации да, о том, что выздоравливают люди, и, поэтому все хорошо. В общем, ну, классная идея. Классная идея пронасиловать или что? В общем, у меня сегодня такие порно-новости. Первый, вы помните, да, про... Писюны? Да. Штучный. Кто-то может, а кто-то не может так сделать, ну. Вторая новость. Залетает, в общем. Муж... Нашел в сети порно-ролик с женой. А как он обрадовался? И потребовал развод. В общем, в Индии жена заставляла мужа смотреть порно-ролики для того, чтобы потом экспериментировать, короче, делать так, как там делается. Вот. И она была на работе, он решил поэкспериментировать, нашел видеоролик, включил, смотрит. И добрый вечер. А там его, самое распространенное имя в Индии. Яхна, ях, пусть будет. Яхна. Гита, Гита. Зита и Гита, ты забыл? А там Зита с Гитой. Ну, это ж моя Зита. И Джимми, Ача, Ача. Да, что ты постоянно с Джимми мне предлагаешь? Слушай, ну это вообще фантастика. А так надо перестать порно смотреть. В общем. Зачем это? Вдруг ты понимаешь? Подожди, Лысый из Бразерс, подожди. А этот, ты помнишь эти индийские фильмы, которые суперэффекты, спецэффекты? Ну, когда они тебя убивают, помнишь? Ты хочешь сказать, какие эффекты в порно? Да, вот как там. Тихо, там воздух. Мне просто интересно, да? Да, да, как это? Говорит, у тебя... Сломался возле рота у меня. У тебя на лобке родинка, и у меня, брат, сестра. Кстати, да, реально. Брат, брат. Конечно. Брат, сестра. Да. Короче, на я просто представляю вот этот садомаза, который у них там, как они там бьют друг друга и мимо. А рядом стоит чувак и бьет по мясу, чтобы это звук, чтобы звук был какой-то, да? Короче, вы посмеялись? Нет, подожди, очень, не, просто реально интересно было бы посмотреть индийские. Эти спецэффекты, да? Ты прикинь, как это как типа? Они танцуют. Они, сюжет! Смотри, 40-минутный ролик, 39 минут танцуют. Потом она раздевается, да. И
Ача, все. Наталія Бронштіц, нумеролог над усіма нумерологами в області. Запрошуємо. Так, я зразу розпочну з новини. Підготували саме під вашу тематику. Американець 15 років поспіль купував лотерейні квитки, їх заповнював і завжди вносив одні й ті самі числа. 3, 11, 19, 27 і 35. Ну, в общем, через 15 років він нарешті виграв у лотерею. 200 А сколько выиграл, не сказали, случайно? 50 долларов. Как обычно, 3 гривны или что? Багато виграв, не пишуть скільки. В Америці 3 гривни. Але саме головне, що спрацювали його числа. Чи це хто так вважає, що зробили його цифри? Він так сказав? Він так вважає. Якщо 15 лет долбить одні і ті ж цифри. Я думаю, що вже має бути. Вони просто вже не видержали. А я можу сказати, можливо, це був просто його личностний період, такий, коли йому треба було виграти. Потому что, чтобы сработали цифры, цифры должны быть привязаны, ну, извините, к хозяину. От, а він, до речі, він, до речі, вносив дні народження членів своєї родини і щасливих чисел у його житті. Як він вважає? Так, подожди, а хто цей 35-го народився? 35-й дитина. Таке можливе? Лен, можливо, все по вірі чоловіка. То есть, если человек верит и так настойчиво, свои числа, он же как-то, ты говоришь, и свои, и семьи. Да. То есть, если говорить серьезно, несмотря на вашу юмористическую передачу. У нас очень серьезная передача. Очень. Страшная. Я поняла. Вот. То есть человек вложил энергию в это все, а все, во что мы верим и вкладываем в это энергию, плюс он еще подключил, если там, как ты прочла, числа семьи, то есть это еще энергия рода. Но на самом деле, естественно, было бы интересно узнать, о какой сумме речь, потому что если это 50 долларов через 20 лет, то... Победа. Он просто настойчивый. Но, видимо, не в том. Потому что он же мог вложить свою настойчивость куда-то в другое дело. Вы же все знаете про числа. Ну, нет. Я не люблю этого выражения. Все знаешь. Я не хочу все знать. Я хочу жить, узнавать, познавать. Поэтому все нет. Окей, в лотерею не играю, нет. Скачки, ставки робите? Нет. А чого? А запретили по закону, 27 число запретили по закону виходить. Да, я законопослушный человек. Вот, видишь? Ну, а до цього? Нет, Леночка, ну нет у меня такого гена азартности, авантюризма. Нет. У вас його немає по ваших числових прорахунках? Так, 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 ми ж нічого не... Ми можемо взращувати, знаю, якісь характеристики, а так, якщо ні... Тогда что получается? То есть если нету этого направления, человек туда идет упорно, тогда будут проблемы. А если есть, то надо тоже правильно использовать. Наталья, я просто представляю, знаете, приходит к вам человек, который хочет поиграть или куда-то поставить, приходит, Наташенька, мне туда поставить, пожалуйста, да? И вы не такая, непоколебимая такая, не ставь. Что не ставь? Я не знаю. Ну, надо похлопать обязательно. Вот что делают усы. Знаете, это уже... Обращались так или не обращались? Ну, по таким поводам. А вообще, какие-то были такие странные загадания? Я бы спросил, а вообще мужчины обращались или нет? Кстати, очень редко, да. Виктор, очень редко я об этом говорю. Ну, спасибо, что вы приходили. Да, очень редко это, как правило, вариант была жена и как-то повоздействовала на супруга, или он проникся той информацией, которую она передала. Ну и редкие случаи мамы, заботящиеся о взрослых сыновьях. Чаще всего еврейские мамы, наверное. Да, и еврейские мамы, которые недавно святкували день рождения, напевно, тоже, да? Видимо, цифры не помогают в этом случае. И, ну. И усы. Ну, вы понимаете, о ком. И усы только растут, и все. Это наш младшенький, не обращайся на внимания. Между прочим, усы и конкретно прическа Дмитрия, она давно обозначена? Усы недавно. Усы недавно.
Да. Вот, усы недавно. По-моему, это в генах прописан код. Не совсем давно. Да, прическа такая. Наталья, к чему вы сейчас... Меня конкретно интересуют виски максимально снятые. Ну так, давно дело. Давно? А вы его помните еще в пейсах? Я тоже, кстати. Нет, нет. Я Диму видела давно. Нет, Диму я видела достаточно давно. Я просто, ну извините. Я зараз поясню нашим глядачам и тим, хто у нас в студії. Сюрприз. Я попросила Наталію взяти наші дати народжень, години народжень, і вона навіть попросила місце народження. Прорахувала вона це все. Звичайно, ми не будемо про все говорити, тому що у нас тільки один крендель вистачить його, блін, тут на 3 роки може, а тут довше. Чи ти так мало відвела йому, в общем? Спасибо тебе за цифри такі. Будь ласка. Але сьогодні вона дасть інформацію про кожного з нас. Тому я думаю, що вже готова. Якщо мені дадуть розрішення, Леночка, це була твоя ідея. Смотри, персональні дані. При Наталі ти повинна говорити не на 3 роки, а на кілька. Ну все повинно бути от так. Абстрактно, так? Так, тому що ти ще отримаєш. 3, так. Не говори цифри, ти що? І дуже важливо, мені здається, коли... Считайте эти цифры, вот важно, каким калькулятором пользоваться, потому что... Наталья? Калькулятором пользоваться, естественно, абсолютно точно, без юмора. Понимаете, мне... я делаю над собой усилия, потому что у меня ничего нет юмористического, ни в ваших данных, ни в нумерологии как таковой. Елена, нет, конечно, нет, но меня... это неправда. Вот смотрите. Что там, хорошее вот или плохое? Вот есть же точно цифры в судьбе Дмитрия, где, да сказано, где сказано, что человек не может шутить, не, ну не дано ему. Ну вот так же, ну может, точно там есть. Цифры сложились в прекрасное слово «лох». Лох, лох. Ну как-то красиво. Это римскими, да? Ну... значит, так. Наталья, все-таки мы перейдем. Да? Мы перейдем, конечно. Ну, между прочим, из вас четверых есть одна из позиций, то есть методик большое множество. Я их знаю большое множество, а их еще больше. Так вот, одна из методик, которая определяет социальное типирование каждого человека. Так вот, из вас четверых, у меня же только 4 даты, к юмору расположена Елена и Дмитрий. Правильно. И они покидают наш проект. Все, закрываем шоу. Прощайте, прощайте, Елена. Дмитрий. Дмитрий, всего хорошего. Таким, как ты, не здоровый вообще. Ты не разбираешься в юморе. Дима, расположен и быть юмористическим — это две разные вещи. Не смешно, Юра, не смешно. Вот не умеешь не шутить. Да, пожалуйста. Знаете, по какому принципу это все происходило? Кто громче всех смеется? Вот кто больше всех смеется, кто-то расположен. Я вообще не смеюсь. Я нет, спокойно. Происходило вообще по-другому. Расскажите. Принципу, потому что Елена усложнила мне задачу, сделала мне передачу «Угадай мелодию», она мне передала только даты. Ну да, пришлось... ну тут таки один непалевный Витя. Да, пришлось подключить некоторый метод дедукции, я думаю, что Facebook сентябрьский... Нет, нет, я шучу, а зачем? Наталья, ну боже, брат. Это сентябрьский, это все-таки Дмитрий, да, а мартовский — это все-таки Юрий. Да. Мартовский и, котяра. И мартовская... Нет, ну Лена — это отдельная история. На самом деле. Я же говорил, покидает нас. Хорошо. Ну так как у вас передача юмористическая, я закончу по поводу юмора. Ну благодаря нас с Леной, конечно. Да, но даже в этом направлении, то есть Лена может, способна, что вообще говорит, дата и цифры, способности, направления. Ну, достаточное количество людей, которые проживают и знать не знают, и, или наугад, или им просто везет. Так вот тут Леночка человек, который может юморить на большое количество людей, заряжать этим, включать в эту всю энергию. А вот Дмитрию надо юморить по-другому. 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 Не юморить. Смешно. Нет. Ну, давайте, чтобы я не... Семьи, маме, чтобы я не углублялась сильно-сильно и не объясняла, ну, сделаем такую, такое сравнение. Думаю, оно тебе понравится. Ну, пусть это будет Жванецкий. Знаете его юмор? Не может такого быть. Я как знал, с тобой взял. Ну, поймите. Ну, подожди. Диме до Жванецкого еще 10 тысяч книг. Ну, подождите. Ну, вы что? Диме надо вырасти. Ему надо хотя бы книжку. Жванецкого вы же опустили. Ему надо вторую прочитать книжку хотя бы. А то не знаю, как он нет. Жванецкого хотя бы книжку. Но если Елена не перепутала дату Дмитрия, то я говорю... Спасибо, Наталья. Мне кажется, что вы посмотрели не Елену Данилишину, а Елену Степаненко.
Окей, ну вы же можете быть не согласны, это ваше право. Давайте уважать мнение человека, ребята. Дмитрий может быть не согласен. Знаете, я люблю такое выражение, что время все покажет. Давайте посмотрим. Да нет, это все шутки, мы понимаем. А расскажите нам что-то про нашего старшенького. Про батю нашего. Про батю, что-то, это пару слов. Ой, бачу, владелец трех кафе. Про Виктора? Трех. Вот как раз так я и не делаю, Юрий. Хотя могу увидеть, руки не включаю, шар тоже, куриные лапки нет, Богу. Все как положено. Смотрите, мы уже тут у нас были. Уже, так что... Виктор, а у вас либо хорошо, либо ничего. Давайте дальше пойдем. Юрий. Дима, все сконцентрировано на тебе, я же не договорилась за твою чудесную прическу. О, да, они тоже интересны. А усы, видимо, так важны? Это не, конечно же, не к нумерологии, но у меня есть еще знания физиогномики. На самом деле, я понимаю, я буду включаться и юморить. Ну, вы на любое, я смотрю, слово юморить, я вам весело все время. Вот, вы бы столько курили, как мы. Да, это нормально. Дим, просто у тебя такой год начался с 1 января. И вот даже твоя прическа, твои усы говорят о том, что ты в надрыве. Категорично менять свою жизнь. Я вот тебе скажу, подуспокойся, если ты хочешь сделать правильные действия в своей жизни. Вот прямо подержи себя в руках в 2020 году. Так он это делает каждый вечер. Так, мне кажется... Мне кажется, Димина мама позвонила вчера Наталье и говорит: Наталья, скажите, пожалуйста, Диме вот такую вот информацию. Да дайте дослушать. Подождите, сейчас Наталья будет говорить: в этом году, скорее всего, ты женишься, внуков надо обязательно в этом году завести, да? И обязательно уедь от родителей. Подожди. А, то есть, ну видите, вы мне уже помогли утвердиться в моих предположениях о том, что Дима с мамой живет, да? Конечно, что не видно. Нет, ну мне пока, не видно. Пока со своей. Не видно? О, не видно. Все. Все хорошо, не видно. Что он сказал? Пока со своей. Ну? Юмористы. Ну вот смотрите, вам смешно, да. Но это как бы повод, на котором... Наталья, мы стараемся... человек родился с такой датой. Не повезло. С привязкой к маме. Ну чего смеетесь? Не-не-не, это... 30 лет скоро, это нормально. Нормальная еврейская семья. Все мальчики привязаны к маме. Абсолютно. Ну, если вам не безразличен ваш коллега, вообще, тогда смотрите да за ним. Вообще. Хорошо. Старшенький, что ты нас? А старшенький ваш находится вот в таком периоде. Печаль Виктора сегодня связана с погодой или с чем-то личностным? Потому что я бы сказала, что это продлится до следующего ноября. Вот такое печаль моя? Желание углубиться в себя. А некогда мне базарить, понятно? Почему вы это не сказали ему в октябре? Ну, он бы ничего не поменял. Ну, то есть личные периоды от ноября до ноября. Я вижу новую прическу, стриженный волос, укороченный волос. Это тоже говорит о том, что Виктор готов изучить себя изнутри. И ему это полезно. Ну, скажем так... В контексте того, что грядет возраст юбилейный. Тук-тук-тук-тук. 60 лет скоро. Здравствуйте. Ваше 60-летие. Уже, знаешь, по твоим личным периодам, то есть после 50 лет тебе надо уже наслаждаться тем, что ты достиг, умеешь, и транслировать это, но уже без... постановок цели вперед. Не знаю, обрадовал тебя или огорчил, может, у тебя были еще какие-то наполеоновские планы, но... Витя, а давайте выпьем, прекрасный тост. Витя, а что ж ты сидишь, не шутишь так, как... Я же на это и обратила внимание. Вот вам смешно? Мне, например, не смешно. Но я же с вами каждый день не коммуницирую. Более того, даже не каждый месяц и не каждый год. И Виктор своим настроением... подтверждать свои личные периоды. Это не страшно. Это отлично. Потому что это только годовой личностный период. Нет, послушайте, я вам сейчас все объясню. Эти три лохмандея просто не понимают, что через два года я уже буду наслаждаться. А им еще колпашить и колпашить. Наслаждаться в смысле это пенсия уже? Да, чувак. Поверь мне, вот когда ты сможешь уйти на пенсию в 35,
Смотри. Я бы назвала это период сбором урожая. Никакой пенсии, а именно... Пора собирать камни. Вот так вот. Все. Называется «Пора собирать камни». Все. Елена. А, ну, про тебя уже знаем все. Давайте. А Юра Кот Мартовский. Ну, все, закончим. Спасибо. Давайте, давайте. Можно по пару слов, да, наверное? Ну, задавайте вопросы. Лен, про Лену скажем еще или нет? Давайте про Лену и про Юру. Окей. Да. Давайте, наш режиссер говорит, мы не говорили о цифрах. Давайте. Мы два Овна, очень интересно про Овна. Давайте теперь про Лену послушаем. Леночка. Ну хотя, сколько у нее было мужчин, можете сказать уже сразу? Потому что мы все спорим. Один или два? Или 12? Вот мы втроем спорим, один или два. Вы вас задавали этот вопрос? Мы задавали, она не говорит. Я же женщина. Она не скажет. Еленочка, это максимум, при том, что ты единственная девочка в этом мужском коллективе. Нет, кстати, поверьте. А вони кажуть, що в мене є яйця. А вот здесь я не буду спорить. Абсолютно. И я не про физиологию, а я про максимум твоего бунтарского характера, неподчиняемость. Поэтому, ну я не знаю, там как будет это вырезано. Но тем людям, у кого ты в подчинении, надо давать какую-то... Премию, молоко. Премию, молоко, медаль. На самом деле, да. Потому как, если в сравнительной характеристике трех мужчин... То ты самый мужик. Да. Братан, ну я тебе говорил. Экспрессия, целеустремленность, бунтарский вот такой вот характер. И это твое. Более того, цвет волос. Да, я пофарбовалась эти. Я думаю, что ты доходишь и... Коли виходжу з машини, отак стукаю по колесу. Нет, Леночка, на самом деле, кстати, изобилие троек в твоей дате рождения, это все-таки про девочку. Это энергия женская. Но характер и то, что глубоко внутри, неугомонность, свое видение, и ты на своем месте. То есть вот все, что связано с творчеством, с видением по-своему, и прекрасно, что у тебя есть возможность это... Потому что, знаешь, когда есть такое свое неординарное видение от рождения, когда человек не может его транслировать, тогда тяжелее. Вот. И поэтому тебе, я думаю, легче. Цвет рыжих волос — это только мое? Добавление, усиление. Вьющийся волос твой от рождения еще туда же. То есть и начальство твое, и твои партнеры, извини, я не знаю, ты замужем или нет. Замужем. Ну, это не важно, партнеры есть в любом случае. Замужем, но ее мужа уже месяц никто не видел. Говорят, там пропал человек на поселке Новом. Лен, ты сильная девочка. Направляй эту силу, пожалуйста, дозированно, потому что иногда ты можешь направлять так, да. Обращай внимание, может, кто-то там упал рядом, плакал или еще что-то. Да похер вообще, она так обычно говорит. А тебе кто упал и плакал? Юрий Тушев, так она сначала сбивает тех людей, чтобы они падали и плакали, а потом, чтобы будет помогать. Юрий один из тех парней, которого сложно сбить, судя по... Этот парень был из тех... Я могу брейк-данс крутить на животе. Однозначно. Там написано у вас? Как Йо, ты как это? А вы так активно юморили по поводу привязки Дмитрия к маме, а у Юрия она тоже есть. Так что, извините. Да-да-да-да. У Юрия есть... Ну, тут надо... Привязка к моей маме? Если бы это было... Нет. Крендель теперь... Она его кормила. Завтра съезжаешь. Она его кормила. Завтра съезжаешь, я с твоими родителями буду. Все. Поменялись. Нет, я о том, что мы не можем сейчас в формате вашей веселой передачи углубляться совсем и серьезно, но все-таки, то есть след мамы, возможно, старшей сестры, возможно, тети, и это все будет транслироваться, если вы женаты. Да. Да, то есть это будет транслироваться на жену, и жене отчасти придется вас подбирая выражение нянчить. Не будем говорить кормить грудью, я уже пытаюсь как-то юморить. И такое было, да. Не удивили, да. Но это молоко, да? Да, и вы почему-то себя определили как овен, Юрий, но вы согласно дате рождения... Баран, по-моему. Вы рак, Юрий.
Вы, оказывается, телец. Риба. Риба. Ти риба? Ти риба? Ти риба? Що, я уплив отсюда. Все, не примазуйся, блін, та все. Та Лена, вона врет, вернись. Ну, дайте я послушаю, ви... Ну, ладно, все. Слушайте, мамки, це помолчи. А я щас піду за інвентарем. Ти рєш, що тебе циганка стала. Ну. Да. Поэтому я так цыганёнок прибрал. А про тебя же все сказали, да, Наталья, или нет? Да. Здесь, кстати, следующий, так сказать, по очереди, по соревновательному духу, по желанию соревноваться, активничать в своих достижениях Юрия мы поставим после Елены. Ага, на втором месте. Да, и если мы уже так всем прошлись касательно физиогномики, то Юрий всегда с такой бородой. Так, ну, Коля, ну что ты все такое рассказываешь? Лет 9, да, лет 9, чувак, не надо. 10 лет 9. 9. И что, надо сбрить? Нет, 11. Я не могу давать таких советов, ну, но да. Это все усиливает рыбу. Говорительный аспект, потому что это рот и подбородок. Это усиливает желание двигаться вперед, захватывать то, что планируется. А вы говорите, я рыба. Да какая я рыба? Ну, така, не риба, не м'ясо. Вообще-то да, не риба, не м'ясо. Не риба, фаршированная. А акул у нас тоже достаточно. Кстати. Потому что с такой бородой на мелкую рыбу не подходит. Наташ, у нас есть интерактив для вас. Мы бы хотели знать, насколько цифры вообще помогают в жизни. Хорошо. Мы купили 4 напитка, разлили в стаканчики непрозрачные, а вы, и скажем вам цену за этот напиток. А ваша задача распределить эти напитки среди нас четверых. Вот где хорошие, где плохие, вот вы сами решите, кому какой должен быть. Да. Потому что один из этих напитков такой себе. Червона соломинка 9, зелена соломинка 10. Там можешь не говорить цвета. 12 и 20. Да, мне соломинки просто 12 и 20. 20 и 12. 20 и 12. Значит, у нас 9, 10, 12 и 20. 20. Угу. Все практически прекрасно. Начинаем с девятки. Дмитрию. Это его месяц рождения. И это как раз к той теме, если вы не знакомы с нумерологией или у вас нет личного нумеролога, то дата вашего месяца, вашего числа, она уже априори является вашей. Вашей датой. Угу. Да. Здесь нет 71 соответственно, цифры. Есть 20. Да. Кому? Ну, кому? Виктору. Тебе 20. Это кому 20? Тебе уже да. Пора жениться. Замечательное так. Число. И там у нас осталось... 12 и 10. И 10. Разберитесь. 12. Я бы хотела, чтобы осталось это число у Леночки, потому как 12 так это у тебя было 12 максимально уже. Творческое число. Это число ее... Есть такое число у каждого человека, число проблем, это твое число проблем, но я хочу, чтобы пусть останется это 12 у тебя, и пусть это число проблемы будет тебе только в кайф. А Юрию не стоит огорчаться получению десятки, потому что десятка по энергетике чисел – это число колеса фортуны. 10, вот. Юра. Поэтому... Ничего, беда. Нет, я не об этом, Виктор. Я о 10. Ну вот, окей. Поэтому это нужно пить, да? По да. Тому, что у вас там лежит, это вы я уже оцениваете. Чувствую, как пахнет фортуна. Значит, ребята, давайте так. Условие такое. Обязательно подержать во рту 10 секунд. Да. Тушек, пробуй. Так, это что-то стрёмное, чуваки. Я в этом не участвовал. Секунду. Подожди. Одновременно. Я считаю, что одновременно надо. Я не буду это пить. Я уже понюхал, мне не нравится. У него видно вот трубочки, отлично. Что у тебя? Чуваки. Так, ладно. Кола. Что это такое? Наталья, большое вам спасибо и благодарочка. Давай, давай. Я не буду это пить. Будешь. Она не тянется. Ё-моё, ну что это такое? Это чеснок, это чеснок. Ну, в общем-то, счастливо. Тихо, подожди. Он может сосадиться. Нет, ну вот смотрите, выпита. Вот вы опять, ну я понимаю, формат передачи, все юмористично. Это кетчуп. Это была джика, такая ядреная.
Ну, посмотрите, что происходит. Вот вы смеетесь. Я начала с того, что у Дмитрия категорически испытательный год сейчас. Вообще-то, почему вы вообще? Ему именно кетчуп, а не кому-то другому? Аджик. А почему не мне вот в этот мой год познания меня? А что в этом году плохого? У меня какая-то вкусная вода. А почему у меня кола без виски? А почему у меня аджика без мяса? Десятка сработает в следующий раз, называется. У меня молоко. К сожалению, мы поговорили только о нас, а не поговорили о влиянии вообще цифр на нашу жизнь. А я так этого ждал. Витя, говорите, у тебя до ноября время есть. Уже у нас все, время вышло, режиссер кричит, мы долго, поэтому все. У тебя буде період. Я вам дякую за розмову, дякую усім тим, хто сидів тут в студії, дивиться нас по телебаченню. До наступного тижня, це було шоу Red Hot Chili People, і ми знаходився в музеї. Всім пока! Пока!